Если бы не вывеска снаружи, то запросто можно подумать, что это школьный компьютерный класс. Виртуальный мир так завладел вниманием ребят, что даже наша телевизионная камера некоторое время остается незамеченной. А вот когда в зале дети увидели людей в погонах, то заметно заволновались. Игроки отвечают на вопросы милиционеров, где обучаются, в какое время посещают клубы и дают клятву, что, как и положено, побывали на всех уроках сегодня. Только лишь после звонка зашли поиграть. Отсюда. Сколько тебе лет? 11. А в КП слушаешься? В 5-м Б. Первый раз сюда пришел. А где ты вообще время проводишь? Дома. Я сижу с малышкой. Своей сестрой. Правоохранители собирают данные о ребятах, не покидая стен клуба, созваниваются с администрациями учебных заведений и проверяют посещаемость учеников. Таким образом, удается контролировать, чтобы школьники не отдавали предпочтение клубам вместо знаний. С утра у нас, если бы вы пришли с утра, вы бы убедились, полдня клуб пустой. 2-3 человека взрослых приходят, почту получают, больше никого нет. А вы знаете какие-то распоряжения, инструкции во время? Последнее было года 3-4 назад, бумажку нам приносили с Орджоникидзевского исполкома, учащимся ограничить доступ учащихся до 14:00.